Здравствуйте, дорогие и уважаемые зрители! И в продолжении моей рубрики «Знакомство с жизнью и творчеством замечательных людей» сегодня хочу представить вам артиста нашего оркестра, музыканта, фаготиста, артиста высшей категории Виталия Титаря. Вот, у меня такой красивый инструмент, большой, деревянный. Всем девушкам и женщинам нравится. Кто-то из классиков сказал, та-та-та-та, торчит унылое бревно. Потому что раструб всегда видно, да. Красиво. Раньше вот этот ободок был из слоновой кости, ну точно так же, как фортепиано. Клавиши были из слоновой кости, но это все уже как вчерашний день, и мы бережем нашу планету, и поэтому это просто белый пластик. Но все равно остались раритетные инструменты. Скажи, твой инструмент какой-то очень... У меня очень современный инструмент, 80-х годов. Вот, он считается профессиональная модель. И где-то вот, ну, в принципе, лидер среди мировых фирм. Это немецкий фагот фирмы Пюхнер. Вот, да. Фагот имеет очень много клапанов. Вот. Ну, для каждого пальца приходится несколько клапанов. Вот. Mm-hmm. Самое большое количество клапанов для большого пальца левой руки. Здесь приходится аж вот защелочка такая, потом раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять клапанов. Для большого пальца. Да, ну, и такая трость. Вот это называется тросточка, да, это семейство двойной трости. Но есть такое еще у гобоя и у фагота. Вот это называется. Раструб твой, раструб, это слоновой кости, вот это что ты говоришь? Ну, это вот этот, вот, ага. По идее, ну, сейчас уже нет, сейчас это пластик. Вот, потом так называемый S-Bogen, на немецкий, mm-hmm. по-русски просто S-ка. Вот, ну что, она такая вот съемная, естественно. Это, а он тяжелый? Цельная часть, ну, можешь попробовать. А не буду. Я знаю, что инструмент, ну, вообще, это самое дорогое, что есть у музыканта. Чем тяжелее, тем лучше. Принцип, как и у электроинструмента. Вот. Ну, вот такой вот инструмент. Класс. Очень бархатный нижний регистр. Скажи, это дорогое такое удовольствие? Ну, такое удовольствие, если самое лучшее в мире, он стоит сейчас под заказ, за 3 года надо заказывать, фирма Екель, Висбаден Библих, город Германии, за 3 года заказывать, и стоит 38 тысяч евро. Ага! А контрафагот, это который еще больше такой питон вообще такой накрученный, ага. Он стоит 91 тысячу евро. Мама, тоже да. Под заказ. Но это может себе позволить, конечно, только или миллионер, или очень хорошие оркестры. У меня инструмент бесплатный. Спасибо. Также есть средний регистр, он более неприхотливый, скажем так. Вообще, принцип, как и на всех музыкальных инструментах, чем короче столб воздуха, тем выше нота. Чем длиннее столб воздуха, вот здесь воздух заходит, проходит через вот тонкую малое колено, через сапог. Mm-hmm. Вот здесь вот он, если мне удастся соединиться, здесь он поворачивает и заходит. Это труба такая. И заходит, вот тут он поворачивает, вот такой mm-hmm. переходничок. В этом вот так называемом сапоге, штифель по-немецки, в этом сапоге получается один вход сюда, и вот сюда вот идет выход. То есть здесь двойная идет с поворотом вот, отверстие. Потом идет так называемое большое колено, груза штанга, и вот это вот раструб. Слушай, надо иметь хорошо развитые легкие, много дыхания. Ну, надо техника. Нужна. Больше, чем у вокалиста надо? Нужна техника. Вообще самый такой инструмент, как это сказать, который больше всего потребляет воздух, это флейта. Там 80-90% завихрения воздуха идет мимо инструмента. Mm. И только 10-15-20% завихряется в саму флейту. Вообще фагот любят в комических каких-то моментах, если кто-то помнит, мультики диснеевские или голливудские фильмы, там, например, если патриотизм, там играет труба, валторна, если там что-то такое игривое и такое вот лукавое, там кларнет, например, флейта считается холодный звук у нее, гобой, это всегда, когда там фрагмент любви, сразу гобой, там, такой тоненький. А вот это падам, 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 падам. Это саксофон. Да? Да. А фагот всегда, когда комические моменты. Ага. Ну, помнят еще тоже, более кто взрослого поколения, помнит вот этот мультик, сейчас, как он, «Бобик в гостях у Барбоса». И там фагот тоже играет тему.
Тоже знаменита. Угу. Вот. Ну, это уже мультики, конечно. А в нас в театре, ты мне скажи. У нас в театре, например... У тебя соло есть в каких-то спектаклях? Вообще, исторически, конечно, очень много соло. Исторически фагот раньше назывался дульсиан. Само слово фагот на итальянском означает связку дробь. Это действительно связка дробь, потому что если его разбирать, получается, вот так снимется раструб, вот так снимется большое колено, вот так снимется малое колено, останется вот этот сапог. Угу. Вот. Поэтому это действительно связка дров. А вот. Ты его носишь, ты снимаешь только верхний, а да? Вот у меня футляр. Ага, я ж вижу. Вот такой вот футляр. Вот сюда и он раскладывается на три части, как да? Как саксофона, на четыре, вот эсих, пятки, тросточка. Угу. Вот. Вообще, раньше фагот, до связки дров, фагот назывался дульсиан. И в переводе означал как... сладкий, ну, в плане приятный. Почему? Потому что мужчины играли не только на гитарах и на вот этих вот, как они называли, старые вот эти вот лютни, да? Угу. Вот, они играли еще на вот этих дульсианах под балконом, Венеция, вот, венецианский период, под балконом, и покоряли сердца девушек, и поэтому из-за того, что фагот сам по себе объемный, а тросточка маленькая и эсик тонкий, получается перепад такой вот физически, да, и звук очень такой, как бы, вроде бы большой, но он очень собранный и скрытый. Ну, он красивый такой, бархатный звук. Как будто скрытый потенциал, да, и поэтому, я говорю, раньше он назывался дульсиан, и известная ария из любовного напитка «Элисия Дамур». Угу. Вот, перед солистом, вокалистом вступает фагот, самое-самое открытое слово. Карены Морино. Да, в си бемоль миноре. Да. И вот там идет по выступлению. Парариро. Очень красивая ария. Да, красивое место. Любовная. В любовном напитке, именно ария на Марино. Класс. Так это ты играешь, когда да, это я любой спектакль? Это играю я или мой напарник Александр Рыбак. Супер. Слушай, скажи, а вот звук такой бархатный, красивый, это зависит от техники или все-таки от инструмента? Ну, это зависит в большей степени, от всего зависит. Это как в шоу-бизнесе. Ну, все важно. Начиная от самой певицы, заканчивая менеджерами и костюмерами, и промоутерами там и всем. Вот ну, вокалистов это понятно, зависит от техники, от твоих природных данных, а здесь тоже зависит качество инструмента, на звук влияет, правильно? Ну вот тросточка это вот самый такой, скажем так, ранимый инструмент, потому что он реагирует на погоду, это двойная трость, это камыш. Ну, ее замачивают, наверняка. Ее размачивают, да. Но самое интересное, что тут буквально вот только чуть-чуть загладил поры, и уже она звучит совсем по-другому. Вот это вот у меня турецкая трость. Ага. Вот. Красотень. Да. Ничего я там не понимаю. В общем, в камыше есть твердость, плотность, фасон, форма, толщина, ширина, длина. Пока поймаешь именно саму вот пружину, потому она должна быть не тяжелая и не легкая, и не недоточенная, и не переточенная. И каждый день она играет чуть-чуть по-другому, поэтому у нас всегда есть... Чуть-чуть по-другому в зависимости от климата или от погодных условий? Чуть-чуть. Вот такая вот коробочка. Ну, эти коробочки могут быть разные. Ну, вот в такой коробочке живут вот такие вот... Ого, и ты это все носишь? Тросточки, да. И вот так вот она поднимается, вот так вот снимается. Вот. Размачивается в воде, потом пробуешь. Ага, они такие с... как нитками самые намотанные. Самые разные, это и есть нитками намотанные, да. Да, а подожди, они мне все одинаковые, ну по длине чуть-чуть вижу отличаются. Длина, ширина, ну то есть как бы ага. Фаготист всегда варьирует величинами
шириной, талии, фасон. Это для звука, для конкретного произведения разные трости? Ну, и... скажем так, это и с одной стороны как пойдет, и с другой стороны ты уже в зависимости от произведения, в зависимости от регистра. Если высокий регистр, надо, чтобы была более свежая трость. Если где-то надо сыграть на пиано очень тихо, естественно, смотришь трость, чтобы она отвечала, брались ноты на пиано. То есть это как бы это всегда такого нету, что ты там сделал там, фортепиано и вот его настроил раз полгода, и оно звучит. То есть у нас это каждый день это попытка. Вот. Поэтому мы постоянно пытаемся и находимся в таком вот с одной стороны в зависимости, вот, с другой стороны, как бы это ж не скажешь зрителям, ой, ребята, вы знаете, сегодня вот такой дождь пошел, уже 3 дня идет дождь, как у нас сейчас. Да. Весь материал размок, он от влажности, он становится рыхлый, ну, грубо говоря, дубовый и неудобный. Вот. Ну, когда 3 звонка прозвучало, идет настройка оркестра, начало спектакля, все, и мы должны выступать. И дирижер показывает тебе раз, или твое выступление, и ты не скажешь, маэстро, стоп, знаете, мне сегодня вот не нашел я трость, на которой выступать. Такого, конечно, нельзя говорить, потому что все должно быть идеально, все должно быть... перфект, как говорится. Вот. И зритель приходит получать удовольствие. Работаешь в театре уже достаточно давно, лет 14, да? 15 лет. 2006 года. О, так я тоже с 2006 года работаю. Какое совпадение. Какое? Ну, я заканчивала Львовскую консерваторию, магистратуру, а ты в это время учился в Германии, сколько я знаю, так? Да, в Германии такая, где? Есть такая шутка у музыкантов, когда в оркестре на репетициях что-то не совпадает. И уже раз сыграли, два сыграли. Да что ж такое? Разные консерватории. Да, мы учились в разных консерваториях, или в разных педагогов. Да, на самом деле, да, я в таком случае говорю, извиняйте, я консерваторию не заканчивал. Ну сначала ты учился где-то у нас. Я на самом деле консерваторию не заканчивал, потому что консерваториум, такое понятие есть, ну, как я знаю, во Франции, вот в Италии, по-моему, в Германии, я учился в Германии, там, получается, есть вариант среднего образования, это академии, как у нас академия, по-моему, приравнивается к консерватории сейчас. У нас нет консерватории, сейчас есть музыкальные академии. А училище называется колледж. Да. Вот, поэтому я еще заканчивал, когда колледж назывался училищем. В далеком 91-м году я закончил. В нас наше, в Днепре? Имени Глинки. Да, да. Вот. Где сейчас также находится и консерватория, и училище. Да, и консерватория. Да, сейчас 2 в 1. Вот. А потом ты поехал сразу учиться в Германию? Нет, сначала я должен был служить срочную службу. И поэтому я еще на 4-м курсе училища прослушался в ансамбле «Песни и пляски» Черноморского флота в Севастополе. И меня прослушали и пригласили там отслужить. Ага, ну а там вроде «Песни пляски» всегда интересно, всегда гастроли, ты не хотел остаться? Я остался. И вернуться к ним? Я остался именно. Да? Да. Вот, это было тогда очень престижно, тогда только начинала первая вообще валюта ходить, я имею в виду в плане поездок, и вообще, конечно, для молодого человека попасть в профессиональный коллектив, это всегда замечательно, потому что какого бы жанра это ни было, ансамбль «Песни и пляски» — это такой комбинированный жанр, ну вот как бы и народных. И когда поехал, получается, в 19 лет попал в Германию вообще первый раз, тогда, естественно, 91 год, это у всех были такие глаза, и да. Валюты тогда было очень мало в бывшем, ну вообще в СНГ. И поэтому как бы, было очень престижно. Выезжали артисты, фольклор очень пользовался успехом, что Запад хотел видеть, как это люди, не только медведи там на Востоке, а оказывается, они еще и у них фольклор какой-то интересный. И самые выездные были это вот ансамбли песен и плясок, там и Киевский, и Черноморского флота, и Балтийского, и Северного. Каждый свою тропу протоптал: черноморцы в Германию, балтийцы во Францию, североморский флот в страны Скандинавии. И Тихоокеанского флота Япония и Южная Корея. И вот как они застолбили каждые свои капиталистические страны, так они и вот до сегодняшнего времени и ездили.
капиталистические страны, тогда мы тоже капиталистические страны. Первого мира, я имею в виду. А нас где ансамбли «Песни пляски» работали еще Леша Навстрижак и Самвела, да, Мяна, они тоже ездили в Германию. И еще в ансамбле работал Александр Прокопенко. А он уже где-то в другом, не в Харькове и не с тобой. Нет, он в Севастополе, просто он отслужил, а я как раз пришел. У нас разница больше 2 лет. У вас интересная была жизнь. Студенческая, перестуденческая. Ну вот, вы и уже потом успели подружевать, попутешествовать. Возвращаясь, да, к теме Германии, как я туда попала, получается, когда после срочной служил, еще был контракт на 2 года на сверхсрочную, успел еще на еще одни гастроли съездить по Западной Европе. Так, как правило, всегда Германия, немецкоязычные страны, Германия, Австрия, Люксембург. И потом уже, естественно, уже хотелось какого-то большего развития, и как-то меня однажды осенила мысль, что я же еще консерваторию не заканчивал, надо еще поучиться. И таким образом, да, я решил, что нужно учиться, поехал. Сначала учился. Где в Германии ты учился? 3 года в Дармштадте в Академии искусств, Академии Фейтонкунст, и потом еще 3 года в высшей школе музыки и театра города Сарбрюкен. Ну, помимо всего прочего, помимо 2 профессоров замечательных, которые у меня были, Йорк Михаил Томе, он сейчас профессор в Лейпциге, тоже в Хохшуле, и Марк Энгельгард, это мой 2-й профессор, который, они оба дали мне, конечно, незаменимые знания. Вот, и все те вот поколения, так вот я сейчас понимаю, что вот все поколения у тех же немцев, которые друг у друга учились и передавали свой опыт, и потом вот ты вот так вот катапультировался, грубо говоря, с Украины и каким-то чудом поступил, и ты, получается, сэкономил многие-многие сотни лет, то, что передавалось из поколения в поколение, тебе сразу вот это все тебе досталось, и ты сразу это взял и вот впитал, перенял, и вот, это замечательно. На самом деле, ты знаешь, как-то для меня нонсенс и редкость, чтобы музыкант такого высокого уровня имеет такое образование. Обычно кто едет в Европу учиться, у меня много знакомых, а назад сюда уже мало кто возвращается. Ты почему не остался в Европе? Я остался. Там совершенно другая зарплата, уровень жизни. Да, меня когда спрашивают, почему я не остался, я всегда говорю, я остался. Я остался, но я потом вернулся. Я остался. Ты потом учился? Я потом после учебы еще работал. Вот. Я выиграл конкурс в оркестр Юстуса Франца. Вот. Это такой дирижер, это дирижер и пианист. Вот призер конкурса ARD и известный человек искусства на Западе, в частности в Германии. И вот у него была такая идея. И Ягуди Минуина и Леонардо Бернстайна создать оркестр молодых талантливых людей, как посол мира, чтобы они гастролировали по всему миру и показывали, что молодые люди всех стран могут вместе музицировать и нести добро и мир, а не конфликты и какие-то распри. Вот. Это тоже замечательное было время, очень интенсивно. А почему это закончилось? Очень тяжело. Это молодежный оркестр, вот там есть костяк людей, которые там постоянно работают. Сейчас он уже распался. Этот оркестр, ну, у всего есть свое начало, свой конец, может, как и многих групп известных. Вот. Это связано и с творчеством, и с нашими кризисами неоднократными, конечно, и со спонсорами. Вот. Поэтому вот как-то так. Вот. Ну, а что тебя вернуло в Днепр? Семья, Днепр заставила вернуться в Германию. Скажем так, что мы можем отдельно поговорить как-нибудь о загранице, потому что это тема. Хорошо, это будет отдельная тема нашего видео. Я скажу сразу, скажу девиз, что люди делятся на эмигрантов и на неэмигрантов, и заграница – это отдельная тема, которую мы, может быть, люди, которые никогда не жили за границей, они думают, что ну, заграница – это, наверное, вот как Санта-Барбару показывают, сериал или вот как вот, вот везет же людям, вот они там живут, у них там вот там просто и все в холодильнике, и уровень жизни, и машины, и все. Но не могу сразу сказать, пока человек не окунулся, не почувствовал сам на себе, на своей шкуре, и не вдохнул вот этот вот дух чужбины, да, и не было действительно абсолютно вот один
Вот. Это передать и объяснить это невозможно, и тем более много-много лет. Ты знаешь, я была на гастроли в Германии с Дакапа. Матиас Хеллингер был такой дирижер, устраивал. Это со Львова собирался большой коллектив. Со всей Украины музыканты были. И мы объездили 20 городов Германии. Я тебе скажу, что я бы не хотела жить в Германии. Очень как, ну, порядок там, конечно, но люди какие-то жесткие. Я бы не хотела, не выбрала страну. Брат у меня 15 лет прожил в Германии. Троюродные, он говорит, ты должна жить здесь. Не люблю ни язык, ни Германию. Не знаю. Я с удовольствием. В Австрии мне понравилось. В Швеции хорошо. Есть такая замечательная пословица, не путайте туризм с эмиграцией. Люди, именно люди, общение. Я с удовольствием бы, как бы, расскажу свои впечатления и поделюсь опытом, может кому-то пригодится. Вот, могу сразу сказать, молодым людям обязательно нужно ехать за границу и какое-то время там жить, учиться. Вот, я же говорю, остальное можно потом говорить, я возвращаюсь к теме, чтобы не перепрыгивать с одного на другое. Вот, когда у меня закончилась учеба, период учебы считается как период такого становления личности, учебного процесса студенческого, это когда тебе все интересно, ты думаешь, ты не знаешь, где предел, сколько ты еще должен выучить, где ты можешь сыграть, с какими людьми, куда ты можешь поехать, в какую страну. Потому что из Германии получалось так, что были гастроли там и на выезды и на Канарские острова, и на Майорку, и в Бразилию, и в Чили, Парагвай. И по Европе тоже поездили. Вот, и поэтому, когда ты уже все вот это вот насмотрелся, и студенческий статус у человека заканчивается, у него начинается после этого период созидания. Вот это когда ты смотришь на пройденный свой путь и как бы сам себя спрашиваешь невольно, что дальше. Вот. Ну, я же говорю, это совсем это другая тема, да. Это переоценка ценностей. Я переоценка ценностей, точно. Я поэтому закончу тем, что все связано с работой на Западе, потому что все существование, ты можешь перебиваться там на каких-то учениках, в частных или в музыкальной школе, можешь перебиваться на так называемых халтурах или культурным языком говоря, на проектах, да, там, где начинают одной-двух репетиций и концерт, вот, и заканчивая, что тебе могут предложить временный контракт там, на несколько месяцев, там, например, до конца сезона, или кто-то там, в декретном отпуске, или там, по болезни, или что, тебя могут прямо на несколько месяцев тебя могут пригласить. Вот, у меня была возможность такая тоже в театре города Казаслаутерна, тоже незаменимый был опыт, вот там на фаготе, на контрафаготе, вот, поэтому, но в целом, конечно, так вот, ну, бегать с халтуры на халтуру, грубо говоря, это нестабильно. А после, скажи, получив образование в Германии, ты не мог официально работать там в оркестре? Допустим? Нет, после оркестра со Франции я уже мог работать везде, вот, ну, мне по специальности работать неинтересно. И как мы все вот музыканты, вот, как и ты тоже, вот мы, естественно... Вот, у нас контракт на год, у вас тоже. Среди музыкантов есть удивительные судьбы, когда кто-то таксует, кто-то обои продает, кто-то там где-то по каким-то мастерским работает, там кому-то, ну, в общем, не по специальности. И иногда бывает, человек отчаивается, ему срочно нужны деньги или какая-то полоса в жизни, он бросает музыку, бросает театр. Мне тоже срочно нужны, но я пока не бросила. И ты тоже не бросила. И начинают заниматься... Я чувствую, что ты работаешь в театре исключительно по любви, правильно? А, конечно. Ну. Начинаешь заниматься чем-то совсем другим. Вот. Но потом, как мне одна бразильская певица сказала, если, говорит, ты настоящий артист... Ты должен быть голодным. Ну, это по нашему понятию, да. Художник от слова худо. Да. Вот. То она говорила, она так романтично она сказала, она говорит, мадам музик всегда тебя... заберет к себе на сцену. Поэтому настоящий артист, он проверяется различными ситуациями. И те, кто бросает музыку, и им это идет, как бы у них все хорошо в жизни, и они счастливы, то, наверное, это не до конца люди искусства. Знаешь, у нас есть вокалисты, которые музыка. Говорят, и я прихожу сюда в театр, как на шахту, отработала, смену закончила, ушла. Я не согласна. Возвращаясь, что ты об этом думаешь? Это точно так же, как бытует мнение, что есть ремесленники, а есть действительно артисты. У меня был такой невольный случай, это когда один коллега с оркестра пригласил свою знакомую на спектакль.
И мы работали Бориса Годунова. Там фагот играет вступление всей оперы. Начинается 8 тактов с фагота. Вот. Причем там куча диезов. Борис Годунов, я что-то не помню. Причем там куча диезов. Вот. И взята эта тема из песнопений народных, скорее всего, или церковных. Вот. И он пришел в перерыве и говорит мне: слушай, я со знакомой поговорил. Она говорит, слушай, а какой-то инструмент начинает, вступление к опере. Он говорит: да, ну это, говорит, фагот, говорит, вступает. Она говорит: слушай, он как, говорит, он заиграл фагот, говорит, а у меня, говорит, сразу слезы навернулись. Мне, говорит, сразу плакать захотелось. Ну да, грустный инструмент вообще. Вот, то есть, если бы он мне об этом не сказал, я бы никогда не знал, что у людей в голове, которые сидят в зале, да, это как-то то же самое, как в «Кармине Буране». У меня отец пошел на спектакль, и перед ним пара сидит. Это живой анекдот из жизни. И в конце, когда октавный ход уже в конце, это вот это вот судьбы или там, да, вот это вот матери всего. Вот она, и она выходит, у нее такое платье белое, и пара сидит такая в возрасте, и он такой увидел эту сцену, и жене наклоняется, говорит: смотри, белая горячка пришла. Ну, у людей самые разные ассоциации. Но вот Мусоргский начинается... В зависимости, кто исполняет. Начинается... Да, начинается... Сейчас я... Включаются все остальные инструменты, там идет канон, ларнеты, все дерево. Вот. И есть два варианта с английским рожком еще в унисон, но поскольку... У нас нет английского рожка, да? У нас много чего нету. В городе вообще есть английский рожок? В филармонии, кстати, уже все есть, да. И контрфагот, и английский рожок, и даже подставки под эти все инструменты. Фирменные фирмы König und Meyer, которые пишутся КМ. Поэтому, ну ты у там... нас, а не в или ты в нашем городе, ты еще где-то? Я раньше в органном зале работал, и в филармонии работал, ну и в конечном итоге, я вообще театрал, потому что, я говорю, есть собачники и кошатники, а есть театралы и филармонисты, то я убежденный театрал, вот. Ну и если брать кошатников-собачников, то я собачник. Да, я тоже, кстати.